И у нас 9 июля 2015 года. Время у нас начало второго. Сейчас поднимаем ребятишек. Они пойдут смотреть звезды. Выходи, собаки, одевай кепку и выходи. Решили урок астрономии провести с ребятишками. Вот сейчас из другой кельи тоже выйдут, из мужской. Девочки уже тоже некоторые поднялись. Сейчас пойдем их разбудим. Хотя, конечно, они сами не встали. Девочки, сестра Галина. На урок астрономии. Пускай поднимается. Ага. Поднимай девчонок тоже. Доброе утро. Все, мы подняли нашу паству. Что, настроить что-то? Выход с той стороны. Туда. Ага. Вот уже некоторые встали. Посмотрим, кто у нас поднялся там. О. Уже у нас и деревенские пришли. А где все остальные дела? У нас спать будем. Всем так интересно. Там луна виднеется. Звезды. Увидел камеру, я не знаю, будет видно, нет. Че? Какое звездное небо классное. Это первый раз за все время такой. Так. Котя наш тут ходит, мышкует. Мышек ловит. Да, Котя? Мурлыка. Так выглядит ночью лагерь стан. Вот Ваня. Как обычно, козырек у него впереди. Вот еще одна. Где твоя кепка-то? Ну возьми ее, что ты без кепки вышел? За стан-то нельзя без кепки. Одевай ее. Из моей кельи вышел Андрей. Посмотрим. Еще раз. Посмотрим, что там Виктор Николаевич кого-то поднимает. Посмотрим. Внимательнее. Что ты опять разулся, что ли? Вышел ты. Что, Виктор Николаевич, остальные не поднимаются, да? А? Остальные не поднимаются? Да вон они. А, встают. Двоечники-то. Все руки поднимали. Тут. А девчонок-то не поднялся? Поднял, травму? Поднял, Кель. Поднял. Все, ну пошел, пошел, быстрее. Ну, и там уже дальше, поправляйся, иди. Вот так вот у нас. Кто-то как солдат встает быстро, а кто-то тележится. Ну, там должны девочки сейчас уже выйти. Вот, Инафа встала. Что, остальные встали, девочки? Да. Там Анна и Ксюша. Ага. Они не хотят, да?
такой. Вон там есть пинжаки, кому надо, он на этой, на скамейке. Да, можно мне шинель, пожалуйста. Там, говорят, пиджаки, это тоже шинель. Это то же самое, что шинель. О, а что это вам не спится, а? Что вы тут делаете? Встал-то дядь Володя, нет? Кто? Да. Он сходит, собирается сейчас. Паша, иди шинельку одень. А что деревяшка сейчас приехала? Вон на скамейке тут пинжаки лежат, пускай. Где? Да вот здесь вот, вот. Перед козликами, которые скамейка. Угу. Вон там. Вот Нестор, Кирилл. Мальчики, идите оденьте шинель. Ваня, большой, иди шинель одевай. Пинжаки берите. Пинжак иди, бери. В них она плотная. Одевайте шинельки. Да? Шинель, говорю, одевайте. Теплее будет. Тарас, там пинжаки лежат. Иди, одень. Вон, на скамейке. Что ты, поднял, не поднял? На скамейке. Он главный у нас. Конечно, поднял, он я ходит. Я не знаю, у меня ничего не получается. Он ходит. Каким телескопом он ходил? Вон на скамейке пинжаки лежат. Берите кителя эти. Китель, если надо, берите вон, китель. Без вас никак. У Вики Николаевича не получается настроить. Погоди, не это самое. Что-то я не понял, куда я этот планшет. А вы на ту скамейку, я не знаю, почему вы туда пошли. Я что-то его не понял, куда я его положил. Возле женской кельи его положили. Вот прямо. И с правой стороны. Прямо идите туда. И с правой стороны, вон там скамейки, нет, дальше. Вон желтая скамейка возле кельи, там вы ее положили. Понятно, вас подняли, не разбудили, да? Я не раз, точно не разбудился, наверное, еще до сих пор. Думаю, зашел, а это самое положил, этот взял, а этот куда, я думаю, свои что ли куда-то я бросил. Все, пойдемте. Все. Так. Да, прямо. Там уже ждут народ Божий. Встаньте туда лицом к полярной звезде и расставьте вот так руки. У вас будет справа восток, слева будет запад, а назад будет юг. Вот он север. Это когда вам нужно ориентироваться на местности без компаса. Вот она нужно полярная погасить. Звезда. Поняли? Это снимает. Все, это я подошел. Телескоп, пожалуйста, так, настройте нам сейчас, на Луну. Сейчас я хотел показать еще созвездие. Вот, смотрите, у дяди Володи. Сейчас я покажу лазер. Этот сильный. Да, лазер, который он показывает. На 40 километров бьет. Так, внимание, готовы? Там самолетов нет? Нет. Он там, правда, что-то не дает. Ничего себе! Лазер. Джедай! Да, вот сейчас можем направить, например, вот на горизонтально. Ну вот давайте на сколько смотрите, его костюм. Вот видите, для зрения опасно. Это что такое? Да, лучше не попадать под луч, потом я покажу, что он может сделать. А куда он это попал? Вот смотрите, вот, например, и правда, ну на Луну. Это не Ерёмкин. Вот смотрите, вот он ехал. 40 километров. Да. 40 километров, 180 километров, круто. А смотрите, вот эти яркие вспышки, это что? Это означает, что он попадает на препятствие. Вот это лес.
Да, ну вот если там идет поезд, я могу направить на поезд, и он будет подключен. Но я ее просто не вижу, да. Да, поэтому он там с той стороны будет. Ну вот давайте сейчас я просто покажу вам. Виктор Николаевич говорил, вот просто здесь. Вот, да. Смотрите, это мошки. Это мошки вот. Да, да, попали. Вот это как раз ковшик машины двигается, вот они, видите. А если на звездочку? Еще раз посмотрим. Вот видите, поляна звезда, то есть это ворота синие. Синие. Это поляна. Вот она, поляна, видите? Она не такая синяя, не такая. Вот самая яркая, соединенная, так сейчас я уже думаю, есть. И синяя. Вот. Это созвездие называется Лира. Это такой руник, да? А вот эта звезда, это Вега. Ее наливает. Самая яркая, кстати, Сириус, так же называется наша звезда. Сириус не видно. Сириус сейчас не видно, да. Наливает звезда, начинает. Ну, по шкале это самая яркая звезда. От 0 до ярче, чем вот Вега. Вот. Теперь везде лебедь. Везде лебедь. Вот, да. Вот он вперед. Да, и крылья. Вот раз, и жизнь. А это звезда, не помню. Это называется Денет. Денет. Вот. А вот это Орел. Вега. Вот летеосельный треугольник, это видите его. Он летом и осенью хорошо видит. А сейчас здесь гонщик псов видно, да? Гонщик псов сейчас. А же сейчас же каникулы. Нет. Сейчас не видно. Вот есть малый пес. Сейчас мы его попробуем найти. Сейчас у меня, кстати, есть программа, я попробую запустить и показать вот, через помощь этой программы. Как, ну, на планшете, как можно, не знаю, созвездие просто направить, и он показывает, какие созвездия мы видим прямо сейчас. Ну, вот, например, есть еще очень созвездие, которые могут найти все, оно не заходящее. Вот это. Перевернутая буква М. Так лучше не делать. Так, потому что может быть. Да, но он поджигать может. Ну, вот шарик лопает, зажигать спички может. А может тоже поджигает? Ну, если она темная. Да, может, да. То есть у него мощность достаточно, которая позволяет сделать кое-что. Это перевернутая буква М или W английский. Вот она, видите? Да. Кассиопея. Это царица, скажем так, по древней мифологии. Вот. И у нее есть дочка, она называется Андромеда. Сейчас я ее покажу. Сначала нужно найти Персея, царя или папу. Он находится, сейчас минуточку, вот рядом с ней. Персея. Так, сейчас, минутку. Так, Персей. Вот большой медведь, вот я найду. Персей. Вот у него. Вот эти. Большой, похоже на стульчик. Вот. И от него начинается Андромеда и Пегас. Вот и по этому созвездию можно, собственно, найти как раз большой треугольник. Вот она начинается. Раз, два, три. И вот это сейчас ниточку. Так, большой квадратик будет. Так, вот он. Квадратик. Вот это Пегас. Вот квадрат большой Пегас. Это нормально. Вот, прошу прощения. Так, и вот здесь вот была яркая звезда, ниже орла. Сейчас вот она уже, наверное, закрылась вот в эти облака. Там был созвездие Волопас, это звезда Тор. Яркая очень. Вот я ее видел. Вот здесь вы видите как раз северная корона. Вот она.
дуга. А вот это такой парашют, как любой. Заканчивается вот он, это жарко. Это мигает, там самолет. Самолет. Да. Где? Вот это здесь, над столбом. Да. Вот он летит. Мигает боковые линии. Где? Самолет летит? Да, вот. Вот это вот Вова Пас. Вова Пас, да. А кто это вот звезда? А вот это яркая звезда. Это, знаете, вот в каждом созвездии есть своя яркая звезда. И обычно ее называют первой буквой звезды Альфа. Вот у этого созвездия Альфа, то есть самая главная звезда, называется Альфа Волопас. Это кто? Вот он. Это гигантская красная звезда. Красного цвета. Это красный гигант, то есть это старая звезда. Почему красный? Вот когда вы, например, что-то нагреваете, вот железо нагреваете, оно какого сначала цвета? Красного. А потом есть такое выражение «раскалить до бела». То есть когда начинает увеличивать температуру, металл увеличивает, температура его увеличивается, и он становится белым. А если его еще нагреть сильнее, то он будет синим. Так вот, звезды, которые красные, это самые холодные звезды, а звезды, которые белые и синие, вот синие, это самые горячие. Наше солнце. Не все белые. Не все. Это так просто кажется. Вот это красное. Вот, например, Вега, она белая. Белый гигант. Белый, да, белый. Так, ну и вот сейчас попрошу. А солнце еще... какое белое, желтое? Желтое. Ну, может быть, это желтое. Сейчас уже у нас открывают. Может... Так, вот она, спасибо. Вот она, я. Вот она у нас. Вот Андромеда. Вот. Начинается какие-то желудочки. Вот он. И вот ковш. Вот он ковш. Ой, прошу прощения, квадрат. Ага. Квадрат Пегаса. Вот. Ага. Вот. И вот сейчас вот она. Раз. Раз, два, три. И вот здесь, вот здесь, где-то в боку, находится у нас галактика Андромеда. Вот ту, которую фотографию сегодня подаю. Большая, красивая. Андромеда не телевизионная. 2 миллиона световых лет. 2 миллиона световых лет, да. Ну это когда Луны не видать, и ну вот еще в свете камеры, тогда хорошо. Когда... Так, Млечный Путь, он идет через созвездие как раз. Его даже видно, да, сейчас? Я лазер выключу. Так, вот созвездие Лебедь. Вот созвездие Лебедь. Так, затем Орел. Вот он. Да. Вот созвездие. Это ребро галактики. Созвездие Персей. И вот оно пошло вниз. Персей, Кассиопия, Лебедь. И вот, оно пошло дальше. Орел, и вот там оно уходит на той стороне. За горизонт. Это есть как раз видимо часть нашей галактики Млечный Путь. Спирально. Так. Это Сатурна не видать. Наверное. Так, а вот Сатурн сейчас вот Густану. Наверное, он зашел за горизонт. А Юпитер, Венера, они закрыли. Хорошего же я даже не уходил. Такой заходишь. После того, как вы первый день. Ну что, девочки все стали, нет? Нет. Все. А мне не позади. Сызники или только Ливия. Ставок. Звездная прогулка. Все. Нестор, ты встал? Да. Я думал, ты спишь. Тарас не встал? Так, сейчас все Барнаул уже включилось. То есть мы находимся. Нет. Теперь я его сделаю вот так. Он сейчас автоматически. Так, если можно от камеры сейчас выключить, вот сейчас он сам настраивается. Смотрите, видите? Ого. Вот сейчас я просто показываю так на небо, и он сам показывает вам, что сейчас в этой части находится. Видите? Да. Прямо там находится, вы ее даже не знаете, можете. Сейчас идем туда. Видите, он сейчас будет сам показывать. Видите, какой созвездие. Ну что, все, смотрите. Ну сейчас большая Мелия. Вот, пожалуйста, прямо перед вами.
Что у нее маленькая? Кошек это только часть созвездия. Да, это только часть созвездия. О, это столько там мелких звезд. Вот смотрите, прямо перед нами дракончик, оказывается, есть. Вот он, дракон. Голова дракона прямо над головой. Вот еще выше. Вот он, вечный путь. Видите, вечный путь. Вот он, видите, куда идет? Вот он пошел вниз, 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 и вот там он заканчивается. Вот созвездие. Змеи носят, да? Угу. Вот горизонт. Как раз там находится, видите? Бест. Да. Там находится что? Запад. Да? Угу. Горизонт! Да, да. А вот там... Это что, время времени у нас? Да, в реале. Там находится у нас... Метеор пролетел. Да, да, вот находится. Это сейчас пролетел метеор? Вот север. Видите, на севере у нас что? Всем видно. Леопард. Ну вот сюда вот, ребята, вы сзади можно сделать. Ну, а вот сейчас посмотрим, где, что у нас вот здесь. Вот сюда мы будем вести. Вот смотрите. Телец, да? Восток. Это у нас восток. То есть вот здесь, в этой части у нас в созвездии небесное тело восходит на востоке. Вот. Вот мы видим здесь. Что это? Козерог. Овен. Вот Овен. Да? И вот здесь у нас что? Луна, да? Уран. Вот она как Луна. Раз у нас видна. Да. И там Уран, да? Да, и Уран. То есть мы можем вот так сделать и вылечить. Вот Луна и Уран рядышком. Ну, Уран просто он очень, Уран очень далеко. Очень далеко, и поэтому мы его... Да. Вот. И идем дальше. Смотрим, есть ли у нас еще какие-то планеты. Луна скрылась. Автоматический режим. Войдет вот. Это был. А, баран. Да, это уже это баран. Так, кого там наступил? Не так, конечно. А что это у вас за программа такая? Это Star Walk называется программа. Еще раз Star. Star Walk. Звездная прогулка по-английски. Надо сейчас тоже я просто посмотрим, что у нас вот здесь вот есть из планет. Стар, наверное, не с горизонтом, я же вообще зашел за горизонт. Да, вот я так подозреваю. Нет, нет. А вот он, где? Сатурн. Ага, вот он. То есть получается, что он уже... А вон. Так, у нас время сейчас, посмотрим время. Можно ли его поймать в телескоп? Так. А время час 30. Час 30. Ой, жука из меня. Какой-то... А что там за змея? Вот это листы вижу. Сейчас 30, да? Ну все, все он правильно показывает. Значит, что получается, если мы сейчас, например, немножечко прокрутим немножечко вниз. Что за линия вот эта? Так, вот это сейчас меняются у нас часы. Вот час, да? И вот мы можем видеть динамику восхода. То есть получается, что... Он у нас что? Зашел за горизонт. А, зашел уже. Все понятно. Сейчас время запустил. Это уже пошло. Ага. У нас вращение. Вращение неба, да. Угу. Вот. Нормально. То есть мы сейчас можем с вами просто увидеть из планет, ну, тут только у нас Уран получается, и вот на Луну посмотреть, да? А планета у нас все Луна вот сейчас уже. Да, ну и попробуем сейчас посмотреть еще, может быть, эти... какие-то объекты глубокого космоса. Видно, нет, ну, вот Андромеду, если можно будет ничего поймать. Ничего не видно. Видите, отойди и, маленько. И HTC. Не видно. Есть, конечно, еще очень много разных интересных туманностей, но это их можно увидеть только если очень темное небо и если очень большого диаметра зеркала телескопа. Вот, и что у нас? Там мы телефон на Луну можно увидеть. Да. Давайте. Да, то есть вот так большой, да? Это 34 раза okay. Вот это вот линза Барлоу. Еще немаловажный момент, то что вот зеркало,
вот, окуляр, оно не запотело. То есть если он покроется, вот сейчас вот конденсат будет, да. Его, мы, конечно, ну, да, можем увидеть такое размытое все и мутное изображение, да. Так, можно кого-то подержать. Так, ну и сейчас надо навестись. Так. Так, а наведение. Наведение вот здесь по. Вот оно, да? Я держу рукой. На вот внизу, да. Такие вот можно просто делать вот так. Против ночи. Страшный враг. Сверху вот эта мушечка. Это как раз некий прицел такой. Да. И вот просто мы. Отойди, Андрей, отойди. Мушка на оружие. Андрей, отойди в сторону. Маленько в сторону отойдите. И зафиксируем вот эти. А, ну она за облака зашла. Да. Ну еще видишь. Спасибо, конечно, удачно. Так. Так, два винта, которые вот вверху. То есть вот по этой оси, по горизонтальной и по вертикальной. Мы это все ловим, а потом их закручиваем. Ну и сейчас надо смотреть, что там видно в окуляр. Можно сейчас я с этой стороны подойду? Так, перископ еще что-то не шатался. Так, вот тут у нас есть. Сейчас летаем там на лодке. И идем. Так, резкость деревенская, Никита и Анфиса, да, остроновые, остальные спят. Сновидцы. Так, ну вот он Витя, они во снах. В снах астрономию изучают. Спящие астрономы. Когда еще будет ночь такая, что... По звездам. Вот надо, видимо, все-таки пораньше. Пораньше, F11, да? И Сатурн, чтобы посмотреть. Да, да, там, конечно, будет интересно. Ну, вот, ну, наверное, после если костра мы телескоп будем. Вот этот большой собрать, то можно посмотреть и на Хьяж-Персей, рассеянное скопление звездное. И посмотреть вот на, например, галактику Андромеды, потому что она как раз находится прямо над головой. Вот сейчас вы видите, ребята, вот посмотрите на Кассиопею. Видите, как Кассиопея разгорает? Вот внимательно сейчас посмотрите, что будет сипать. Потом я скажу вам, что это такое. Видите, да? Сейчас он начинает уменьшать блеск. Вот если сейчас он не исчезнет, будет все двигаться, ну, может быть, немножко ослабнет блески, и все будет двигаться, то вы видите, перед вами это спутник. Это космический корабль, которых вот там летает около 3000. Ничего себе, еще не все работают. Вот. Это мигнуло, это самолет. Но можно увидеть вот такие вспышки яркие. Вот вы просто посмотрели, видите, так ярко раз, что-то прилетело и исчезло. Резко так вот. Такая вспышка. То это метеор, это космический камушек, который очень маленький, который прилетел из космоса. Вот если вот так дождь сильно потрет, то они нагреются. Вот они, а воздух эти камушки также нагреваются и что, сгорают. И вот мы видим, как они сгорают, такие вспышки. Но особо большие метеоры, они могут долететь до Земли. Они уже будут называться метеоритами. А скажите, что это такое? Так, ну вот я поймал сейчас. Да? Только когда будете подходить, за телескоп не держитесь. А то вы изображение да, можете... И вот сейчас он на траве, и достаточно вот его легко. Вот, сейчас вот задеть, и она может сразу очень быстро исчезнуть из поля зрения. Может, о, вот я сейчас нажал. Вот надо, Нестор, надо, отойдите в сторону. Футляр, да, Владимир? Да, вот на него поставить, их надо было. Сажусь футляром. Если можно. Все сейчас там видно, увидите сейчас луну. Там я настроил, сейчас придется поставить его еще на футлярчик, чтобы он вот так вот не шатался, иначе от легкого прикосновения он все держит сейчас. Вот и наблюдать луну вот лучше вот половинкой, когда она половинка, потому что там можно видеть вот эту тень, кстати, очень интересно называется, тень луны на луне. Темная сторона. Темная сторона и светлая, знаете, как это называется? Да.
Я сейчас назову такое, такое страшное слово. Это есть такой фильм. Называется «Терминатор». Очень много терминатор есть. Вот, вот это как раз линия, вот это линия называется «Терминатор». Так, ребят, смотри, мне, там, мне не видно. Везде Вову не видно. Ваня, назад сделай. Сейчас вы видите. Похоже на лягушку. Сейчас, сейчас вы видите. Лягушка-то. Там никто не бегает. Никто не бегает. Ага. Основание. Ты видишь одну луну, я вижу другую. Можно вопрос? А это правда, что американцы любят оленей? Это первое. Правда. Это действительно есть много таких вот, ну, скажем, фактов. Не факты, а мнение, что не было полетов. Ну, есть, это были они, то есть это у нас так называемые результаты холодной войны. Летали, конечно, они все кажутся. Так не придется заново сейчас. Ну, все равно неудачно. Неудачно, вот, да. Вот это очень плохо, когда вот такое происходит. Надо поискать место. Надо просто вот такую твердую поверхность, где... Вот здесь вот. Здесь вот что-то, где... Вот здесь, так, вот где вытоптано. Более-менее, да? Уже маленький. Вот это вот сейчас такая простая установка. Здесь легко, быстро можно установить. Но есть телескопы автоматические. Там все управляется компьютером. То есть стоит нажать кнопочку, он вот так будет. И автоматически будет искать. Да. Он сам настраивается. Вот как сейчас этот планшетик. Он будет так крутиться. Так, все. Сейчас. О, луна как раз яркая. Да, у нас вот в нашей школе у нас 7 телескопов. То есть у них есть телескоп, вот этот автоматический робот. Так, сейчас. Вот. Есть. Так. У вас есть обсерватория? Ну, у нас... У нас она не называют, то есть она мобильная. Ее, то есть мобильная, то есть ее можно выносить, перемещать. А чтоб такой огромный телескоп стоял? Ну что, ребята, сейчас вы видите все своими глазами, без комментариев, как говорится. 35, да, вы выстраивайтесь в очередь. Не прикасайтесь. Не прикасайтесь к тебе, да. Не трогайте его руку. Не толкайте друг друга, Нестор. Все, не трогайте. Вот сюда смотрите. Давайте. Паша, отстраивайтесь по очереди. Да. И смотрите внимательно. Тихо. Не толкайте друг друга. Прямо глаз к окуляру. Видишь? Да раз, сзади телескопа пройти. Прямо вот и смотрите. Ты увидишь вот эти круглые образования, это кратеры, да. И там очень хорошо. Ну вот сейчас можно будет увеличение, это самое маленькое сейчас 30, можно с линзой Барлоу поставить, там будет еще лучше. Еще больше? Еще больше, да. Я просто показываю с самого маленького увеличения, чтобы она была вся видна и увидеть вот ее всю. Ну давай, Вань, ну, по минутке хотя бы, следующий. Там так, светлая убежала. Сторона, она плохо вот. Видна. Да, а она, наша земля там, крутится. Там видно? Лучше. Терминатор видно. Видно терминатор, вот этот раздел дня и ночи. Видно все эти. Видно. Вот светлые участки на Луне, это моря и океаны. Ну, без воды, естественно. А вот темные участки. Отойди, а Кирилл. Светлые, это Кирилл. Отойди в сторону. Вот, вот, сейчас даже можно мертвым глазом видеть, что это темные участки, это как раз и есть моря и океаны. Без воды. То есть это низменности. Видно? Хорошо, посмотрели? Там, наверное, уже убежала? Нет. А, уже убежала, да. Надо все время визировать, то есть... А, все. А потому что Земля вращается, сейчас уже вышел. Посмотри, Леонид, еще раз. Сейчас, сейчас я... Подожди, нет. Выкручу винт, он уже как бы... Но он убежал, земля ушла, крутится. Ты не да, земля крутится, и вот чем больше увеличение, тем быстрее нужно крутить телескоп за поверхностью Земли. Вот сейчас как раз этот винтик, он, ну, у него маленький ход его, поэтому он может выкрутиться, его надо потом подкручивать все время.
Вот здесь как раз видно очень хорошо. Очень хорошо море вот как раз внизу, если вы будете сейчас вниз смотреть, то это будет океан бурь. Так называется море большое, вот смотрите. Сейчас очень хорошо видно. Раз 35, да, увеличили? Сейчас 33. Сейчас видите 33 раза. Вы представьте себе, некоторые наблюдают зимой. И вот ну, в зимнее время нужно настроить телескоп, еще час наблюдать, то, конечно, это, ну, скажем так, ну, я пытал себя так. Морозостойкое. Вот это, и тренога вот это у меня была, но я в школу отнес. Вот этот телескоп, который у меня сейчас есть. Подъезжала машина даже, можно посмотреть там в деревне. Да, 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 да. Мне этот друг говорил, деньги собирать за это. Посмотрел? Да. А профессионалы телескопа, да. Профессионалы, они... Как тебя маленькие. Ну-ка, давай. Зачем ты? Вика, зачем ты взялась? Сейчас, немножко назад. В коем случае? Где надо нарушить? Ага, она убежала. Убежала. Вика, когда она убежала. Она испугалась. Вику. Умерла, нет? Ну-ка, смотри. Давай, тебе сейчас. Не трогай, вот глазу. Так, вплотную прямо, смотри. Видишь? Много-много таких кругляшков там. Вот это как раз и черное пятнышко. Ну, Надь, как не видишь там? Что? В одном из вот этих вот пятнышек находятся роботы, которые уже там навсегда останутся. Луноходы. Которые луноходы, да, два. Всегда, они там находятся. Ну мы их, конечно, в такой телескоп мы их не увидим. Вот, есть? Я? Видишь? Ближе. Ну, а ну, что, сейчас я стану, придется идти на хвост. Там особое пребывание демонической силы. Как насчет этого? Потому что там очень много НЛО видели. Вот это, кстати, ну, не совсем, ну, подтвержденный, то есть монтаж, это, да, что вокруг Луны там прям кадры, да, и американские. Совершенно верно. То есть летают, летают там. Ну, это с большой скоростью. Там ямы какие-то. Ну, а то, что они там видели какие-то корабли якобы. И это все тоже монтаж, абсолютно, да. Я просто сам занимался вот этими самыми лазерами. И у нас получилась такая статистика, что 2% есть действительно необъясненных явлений. Святой Город, остальные 99%, 98% это абсолютно... явление, которое можно объяснить с точки зрения, допустим, техногенно. Это, ну вот, нам звонили бабушки с одного района, значит, звонили, говорят, мы на небе крестик видим. Мы знаем, что вы этим занимаетесь, а что вы такое мы видим? Какой-то виде крестика. И вот очень часто за НЛО люди, вот просто человек не знающий, он пришел вот так же, как вы пришел, посмотрите, о, ой, что-то летит, о, НЛО, особенно дети. А это самолет. Я говорю, это самолет, а никакой НЛО. Потом, значит, Венеру, планету Венеру очень часто принимают за НЛО. Там... Она ушла сейчас, я знаю. Вот сейчас очень хорошо видно. Просто да, она. Замечательно, красивый вид. Как с фотографией. Вот, прямо туда. Вот. Да, кстати, да, реально. Пока Володя туда светит. Ой, смотрите, как небо раскрылось. Она маленькая. А это маленькое, это самое маленькое влечение. Мы побольше сейчас сделаем. И когда бинокль смотрит, то больше. И вот Венеру принимают часто за НЛО. Один мальчик видеокамера у него появилась. Он снял, вот ночью снимал эту видеокамеру. Ой, там вот она задрожала, такой шарик. И он подумал, что это такое. Мне потом звонили, что вот у нас в школе в селе Глинка ученик снял какое-то НЛО. Ну вот я приехал к ним в школу, нашел этого мальчика. Ну что ты? Он говорит, где, что ты снял такое там, что за НЛО? Я говорю, давай кассету. Я взял у него кассету, приехали мы к себе. Оказалось, что это тоже была Венера. Он снял на камеру Венеру. Она не сфокусировалась, и казалось, что там кто-то такой. Ну вот мой телескоп, Владимир, извини, что примерно. Да. Вот так вот примерно увеличение. Ага, понятно. 33. Все посмотри здесь маленькие. Нет, увеличения. Нет, мы все еще кто? Не посмотрели очередь. Вот сюда, да. Дядя Анфиса. Ой, Никита. Сейчас мы сделаем свет за голову. Так, кому я там давал? Поди бы Витю поставили. Держать Никита. Ивану, по-моему, да? Нет, дядя Витю давали. А у меня, ага, у меня, да, хранитель окуляров. Так.
Ну как? Завтра будем спать. А дядь Володь, до скольки нам можно? Правда, что из черных спать? Передо мной, я в очередь сейчас. Да. Сейчас. Это мне камера тоже. Мне повезло, мне подстроить. Человек заходит, и он теперь самые юные повара. Пожалуйста. А можешь спросить? А завтра. А я правда, что Сарача из черных спать? Это Ивашкин бред. Нет. Это, наверное, кто-то сказку сочиняет. Да, кто-то сказку сочиняет. Вот этот пацан сочинил. Ну, наверное, ему захотелось. Сейчас побольше, да, увеличение сделаем? Нет, а сейчас, да. Сейчас вот буквально смотрите, красиво. Все посмотрели, нет? Тетя Валя еще. И Володя. Не, мне на видеокамеру смотреть. Ну, Витя возьмет камеру, иди посмотри. Закрывайте, дядя Витя. Вот еще я нашел видео. Дядь Володя, а вот так вот возьми аккуратно. Владимиру передай, только за стекло не берись. И вот хвостик, видите, вот. Раз, два, три. Это дельфинчик. Спартак. А на камеру не видно, кстати. Володя, Володя еще, подождите, Володя. Так, ага, Володя, давай. Видно? Да, видно. Видно. Ага. Ну вот, у нас посмотрел. Спартак с хвостом. Так, сейчас. Еще ты. Хорошо, сейчас подожди. Она сейчас увеличат, еще раз будете смотреть. Ну вот он и Володя уже 41 минута снимает. Че мы так долго смотрим, что ли? А где окуляры? Я начал с подъема снимать. Отдал окуляры, да? Да. Это когда мы стучали в дверь, ты тоже все снимал. Да. Николаевич, вот сейчас сколько раз будет? Такая перемычка. 130, сейчас будет 88. 88, я раньше не видел 88. Я вас пропустить не очереди. А это мы сейчас во сколько? 33. Отойди, Тарас, Тарас, отойди. Ну, сейчас. Кто тогда со мной смотрел? Ваня и Паша, вот я вам показывал тогда. Примерно 33 у меня или 35 раз. О. Она спряталась, Луна. О, спряталась, да, я думаю, что темно стало. Можно я посмотрю? Ну, сейчас просто силуэты видны. Силуэты такие тихие, светлые силуэты, но сейчас, наверное, придется немножко подождать. Нестор, Нестор, ну не лезь ты. Чего он как раз лежит? Слава Христу. Чего не видно?